Ja już. Tak strasznie. Всем привет! Вы снова на канале вашего любимого блогера Владислава Марсинепа. И сегодня мы будем готовить тантуни и печь пирог шоколадный. Мы просто все на диете, на карантине, и поэтому... Мы... Халил, как всегда, в тему у нас умеет говорить. Вот. Хорошо. На самом деле нам очень весело на карантине. Мы каждый день придумываем себе занятия. И сегодня мы будем готовить. Вы вместе с нами. Ой, какой свежий воздух на уличке, ребята. Можем только выйти и подышать на балкончике свежим воздухом. Смотрите, как красиво. У нас уже зажглись огоньки везде. Так, для тантуни у нас есть филе. Хали уже тут нарезает филешечку вот такими вот кусочками. Супер кулинары. Нормальный тантуни вид beef meat. Нормальное вообще обычное тантуни делается с говядиной, но мы любим с курочки. А чем вы занимаетесь на карантине? На балконе танцевать и петь. Вот так вот встал, танцевать и петь. Ну, это как вот тот барсук. А, ну если я сейчас заору, то нож полетит в меня. Поэтому, да. Не буду я тебя... Ну танцы курски, ну дай. Мамочки мои, мне кажется, мы с мамой убьем на карантине друг друга к концу апрельчика. Фух, еле сбежала от этой женщины. Хали все режет мясо. Вот. Вы можете подумать по нашим видео, то, что сюда готовит Хали. Так оно и есть. Хали, не умеешь сосвет голодца? Мама спрашивает у Халива, он скучал за нами, когда он вышел на уличку этот мусор выкидывать. Он говорит, очень. Он нас очень любит. Он всегда плачет, когда уходит от нас на улицу. Выносить мусор. Но быстро мы не понимаем, он плачет от счастья или от боли душевной. Он нас не будет видеть следующие 20 минут. Мы так соскучились за Мариночкой, за бисквитом, так соскучились за Мокко. Он бош, а если его... Все закрыто, Марина, Мокко, все закрыто. Кажется, скоро умрем от горя. Фу. Когда это кончится, вообще ощущение, что никогда не... Никогда не кончится. Хочу в медпоинт. Получается только выйти на балкон. У меня в натуре сейчас слезы. Вон, Хали уже нарезает кубиками филе. Просто мне очень лень встать туда и подойти. Вот, кубиками филе нарезает. Сейчас будем... Что мы будем делать? Варить надо еще, а потом жарить. Ну вот. Ребятушки, а еще мы хотим вас попросить... Я уверена, что вы сейчас сидите и все смотрите фильмы на карантине. Посоветуйте нам, напишите, только напишите, какие фильмы посмотреть. Можно фантастику, мы рассматриваем, детективы. Вот в такой вот мыловашек будем закручивать наши тантуни. Для нашего кекса нам потребуется 4 яйца, которые мы уже разбили. Сейчас будем мешать же с сахаром, да, это все. И теперь мы все вот так перебиваем. Яйца не пока перебиваем, без сахара, он без сахара. Хорошо. Халил у нас кулинар, известный в Мерсине. Добавили 3 стакана сахара.
Мы перемешиваем с яйцами, немножко подсолнечного масла и 2 стакана молока. Теперь мы добавляем 2,5 стакана муки. 2 ванильных и 2 разрыхлителя. 2 ванильных сахара и 2 разрыхлителя добавляем. We make 2 packets. Uh-huh. But can be 1-1. Uh-huh. Половину мы выливаем. Да, не половину, чуть меньше. Чуть меньше половины выливаем в одну емкость. Будем делать какао. Добавляем туда какао. Нахуй. 25 грамм какао сейчас перемешиваем. И потом это все будем смешивать. А тем временем у нас варится куречка на тантуне. А я не буду есть кекс, потому что я отказалась от сахара и уже не ем сладенькую неделю и не пью кофе и не пью чай с сахаром. Пью все без сахара. Ставим нашу формочку маслом. Теперь мы выливаем наш кексик в формочку. Шоколадом. Как зебра получается. Если вы знаете, есть пирог такой зебра. Любого телефона. Вот смотрите, что наш кулинар здесь творит. Вилка. Бьют. Мы уже разогрели духовку до 170 градусов. 180. До 180 градусов. Ставим наш кексик в духовку. И сколько мы будем запекать? 30 минут. 30 минут будем запекать. Теперь мы обжариваем нашу вареную курочку. Привет. Будем туда добавлять лук, помидоры. Что еще? Я еще добавляла в это. Добавляла в буррито грибы. Это тоже не буррито. Да? Ну, это тантуне, понимаю, я вообще говорю. Лук мы не обжариваем. Халил перемешал красный перец с луком. Солим перчим мясо. Мы добавили немножко еще воды. И прокушиваем. И сейчас мы будем заворачивать нашу начинку лаваш. Так вот обмахнули. Кладем лук. Добавляем помидорчик. И добавляем петрушку. И добавляем мяско. И заворачиваем. Вот еще айранчик у нас тут есть. Итак, приятного нам аппетита. И снова кушенькать. Вот наш огромный кексик. Мы приступаем к десерту кушенькать.